Место встречи изменить нельзя. Ежегодно в Центр «Надежда» приходят сотни пациентов, у которых впервые диагностировали рак. Сегодня здесь собрались специалисты со всей России, которые призваны бороться с ним. В числе важных гостей – столичные врачи из онкоцентра имени Блохина и Петрова. В течение двух дней на конференции прозвучат порядка 50 докладов. Особое внимание здесь уделили раку молочных желез и легких. Алтайская земля – земля особенная. Во-первых, это земля следа Семипалатинского полигона. Это земля падения ступени с космодрома Байконур. Это земля, где иногда, может быть, в 60-е годы бесконтрольно применялись химикаты, уничтожающие растения, вредные растения, вредных насекомых. То есть имеются факторы, которые вызвали большую онкологическую заболеваемость по сравнению с окружающими территориями. В скором времени в крае будут созданы 4 межрайонных диагностических центра с ультразвуковым оборудованием, томографами, эндоскопической и цитологической лабораториями. Они откроются в Камне-на-Оби, Заринске, Славгороде и Алейске. Тема профилактики должна быть ключевая линия в нашей работе. И мы сами должны быть примером во всей этой профилактической работе. По словам врачей Центра «Надежда», за последние 5 лет в крае снизилась смертность от онкологии. К тому же стало проще диагностировать ранние стадии заболевания. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости.